Так я на галерке. Тут студенты. Я не знаю, для того, что я по этажам бегаю, или тут жарко, да? Жарко. Вот остальные тоже говорят, жарко. Но зато тут ближе всего к потолку. Я не знаю, что за росписи на религиозную тематику или связанная с искусством. Все хорошо. Кто не понял, это Одесский оперный театр. Я нахожусь на первый, второй, третий, где-то на четвертом этаже на галерке. Пошел я. Пошел. Да.